автомате, то есть на полном пассиве, и можно в нем рекламировать свои проекты, веб-сайты и так далее. Ну вот, для рекламодателей это низкие цены, трансляция объявлений в браузере пользователей, самый эффективный формат рекламы, высокий показатель CTR, поддержка множества платежных систем. Далее посмотрим. Вот для пользователей это абсолютно пассивный заработок, гибкая настройка показа объявлений, информативные и интерактивные расширения, 10-уровневая партнерская программа, множество способов вывода средств. Для партнеров это 10-уровневая партнерская программа, 10% от всех операций рефералов, низкая минимальная сумма на вывод, привязка к реферальной ссылке. Поддержка множества платежных систем. Но привязка к реферальной ссылке – это то, что если человек хоть раз перешел по вашей реферальной ссылке, но не зарегистрировался, а в дальнейшем захотел зарегистрироваться, то он все равно попадает под вас. То есть, ну, для того, чтобы приступить к работе, надо зарегистрироваться. Регистрация довольно-таки простая здесь. Нажимаем на вкладочку «Регистрация». Попадаем вот в такую страничку. Здесь вписываем ваш логин. Здесь email. Пароль, повторяем пароль, Skype, если хотите, укажите. И вот здесь вот имя вашего партнера, то есть кто вас пригласил. Проверочный код. Ставим галочку «Я согласен зарегистрироваться». Ну, я зарегистрировался, я зайду в свой кабинет. Вам дается бонус 10 рублей, это на рекламный счет. То есть, если вы хотите рекламировать свой проект какой-нибудь, то есть у вас уже есть 10 рублей на счету. Давайте далее подробнее. Вот кабинет рекламодателя. Если захотите что-то прорекламировать, вот, добавить новую площадку, нажимаем сюда. Здесь вписываем название. Здесь ссылку. Текст, выбираем файл для картиночки, и вот минимум 500 показов. 500 показов это и есть 10 рублей. Допустим, выбираем 500 показов. Видите, выдается 5100. Таймер можно выбирать, в зависимости от того, какой вы таймер выберете. Там 5 секунд, 15-30, прибавляется цена также по показу. Далее что мы увидим? Добавлять ваши рекламные ссылки, то есть вы добавляете ссылочку, и она у вас отображается вот здесь вот, в левом углу экрана. Вот. Здесь 10 ссылок, то есть если ваш счет добавить ссылку, она постепенно вот так вот вниз будет спускаться. Вот, давайте перейдем в кабинет пользователя. Ну вот здесь вот. Для того, чтобы начать зарабатывать, нужно скачать расширение для браузера. Вот, кликаем сюда, у кого Chrome, Google Chrome, у кого Opera, у кого Яндекс, кликаем сюда. Вот, да, на данный момент 3 браузера. У кого нет браузер Google Chrome, то предлагают скачать браузер. Вот, тут выбираем рекламу, где она будет показываться. Справа у меня стоит, то есть она у меня всплывает вот здесь. Вот, тизерная такая реклама появляется. Если слева поставить, она будет у вас вот здесь вот появляться. Здесь вот тарифы за просмотр, вот без таймера 1 копейка будет за каждый просмотр, который 5 секунд, 15 секунд 2 копейки и 30 секунд это 25 тысячных копейки, да, рубля. Тут вот начисления за просмотр, все показано, статистика идет. Далее. Партнера. Вот здесь вот видим вашу реферальную ссылочку, по которой вы можете приглашать своих рефералов. Вот. Здесь видим ваши рефералы, да. Вот видите, 10-уровневая она идет. Первые 5 уровней 10% от заработка рефералов вы получаете. И остальные 5 по 1%. Вот на данный момент у меня пока 2 реферала. Заработаю вам рефералы, кому это интересно, допустим. Еще рефералы мои, что ничего не заработаю. Тут личные данные.
почта. Здесь нужно ввести свой WebMoney кошелек, WMR, здесь Payer, показано у меня платежная система работает, здесь Skype, ну тут можно изменить пароль. В принципе, вот и все, то, что хотел я сказать на данный момент об этом новом сервисе. Он пока новый, так что можете присоединяться, зарабатывать, приглашать людей, так как о нем еще мало кто знает. Ну, на этом все. Видео не стал делать продолжительным, так как коротенький обзор. Все, всем пока. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.